Средняя школа номер 91 отпраздновала свой 50-летний юбилей. Поздравить с днем рождения учебное заведение пришли выпускники школы, представители городского акимата и отдела образования. На празднике побывала и наша съемочная группа. Еще в далеком 62-м году по решению Ленинского исполнительного комитета города Караганды была введена в эксплуатацию 91-я школа, рассчитанная на 520 учащихся. Первые 5 лет школа была с 8-летним обучением, а позже заведению был присвоен статус средней общеобразовательной школы. С тех пор прошло 50 лет, и в честь юбилея от имени главы города школе было вручено 500 тысяч тенге. За многолетний труд и большой вклад в сфере образования преподавателям школы и юбиляра, отдел образования и представители Народной демократической партии Нур Отан вручили учителям благодарственные письма и почетные грамоты. Ведь именно благодаря учителям, любящих свое дело, дети получают качественное образование. А таких в Караганде действительно немало. Это отметил и директор школы. Наша школа сильна своими традициями. Здесь у нас учатся целыми поколениями. Есть учителя, которые учили родителей, в данное время учат детей их и даже внуков. Это большой праздник и для учащихся. В качестве поздравления они приготовили праздничный концерт. Поздравить с юбилейной датой родную школу приехали и выпускники. Мирам Рахымбеков окончил 91-ю школу в 2007-м. Однако и по сей день помнит школьные годы и всех своих учителей. Хотел бы поздравить от лица всех выпускников, от себя лично, преподавателей, учителей, всех тех, кто был причастен к становлению данной школы, с юбилеем поздравить. Пожелать в первую очередь крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов. Нурила Туржан, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.